Всем привет! Сегодня у нас очередной обзор на героя с талантом воодушевления. Это будет Анубис. Вот такой вот Анубис. Я его использую на защите на битве гильдий. Герой очень офигенно себя показывает с этим талантом, так как он убивает спам плюс дает дебаф. Ну и даже ему бить не надо. За 4 секунды у него полностью восполняется вся энергия. И сейчас мы его протестируем, расскажу, что и как. Ну, он у меня 10-10, 8-8 воодушевления. У меня был Анубис Скорка, я его поменял. С одной стороны, я об этом пожалел, потому что на алтарях начали у меня алтари отбивать без Анубиса Скорка. С другой стороны, такой Анубис тоже довольно неплохо стоит против героев Скоркой. Получается, когда у вас забирают энергию, восстановление энергии от таланта вполне хватает, чтобы герой был всегда на максимуме. Артефактами тут стоит топорик, победный выпад стоит в чарах, ну, со звездями он у меня собран на уклонение. Где его можно применять? Защита битвы гильдий, атака на битве гильдий. Все локации, где вы будете фармить ресурсы, это волны, пришествия, ну, абсолютно все. Угольная армия, анархидемоны, адский саммит, он везде будет хорош. Так как ему не надо бить, а цели у него много, он сразу автопроком будет все сносить. Давайте сначала посмотрим, у меня были тут какие-то нападения на меня. У меня тут стоит ворожей с воодушевлением, который отхиливает и сразу дает атаку героям. И такой же Анубис. Вот видите, ворожей даже не успели подбежать, он уже кинул им дебаф. То же самое делает Анубис. Тут пытались меня Ронином пройти. Герой, конечно, не особо там топовый, но, блин, доставляет много неудобств для противника. Вот видите, ворожай, они не успевают просто добежать. Вот Анубис сработал раз, ворожай, и сейчас второй раз Анубис сработает. Вот и все. Так, кто тут у нас еще был? Да еще Ронином пробовали нападать. Вижу, всем понравилась тактика прохождения Ронина. Так, тут все нули. Вот у меня они вдвоем стояли. Как видите, герои с воодушевлением на защите очень хорошо себя показывают, особенно ворожай и Анубис. Ну, давайте еще эти посмотрим. Вот они зашли. А мои уже дали и дебаф. Просто слили.
Так, давайте посмотрим теперь на арене, покажу. Вот я нападал с таким Анубисом. Видите, он уже зарядился. Добегает до середины, он уже заряжен. И точно такой же ворожай рядом с ним стоит. Смотрите на энергию. У них энергия практически всегда после скилла на фул уходит. Это при том, что у противника там стоит дракон, который забирает энергию, дракончик, и еще герой с коркой. Тут сейчас будет хорошо видно, как мой Анубис, вот вражеский, смотрите, вражеский Анубис, как у него энергия пропадает. Видите, да? А смотрите теперь на моего наверху. У него практически фул заряд энергии идет. То есть плюсы — это то, что ваш герой будет всегда срабатывать, скилл будет по откату работать. Это очень большой плюс. Так. Следующий. Покажу вам, у нас сегодня битва гильдии идет. Покажу, как такой Анубис, чем он намного круче, чем Анубис с Ремкой. С Ремкой вашего Анубиса могут забрать энергию. Смотрите, что мы сейчас здесь сделаем. Вот он пошел против нас, стрелок. Один раз убрал, второй раз убрал. Видите, да? То есть разница очень большая. Третий, четвертый. Все, он юнитов убрал. Если бы у вас был ремочный стрелок, уже давным-давно бы своими орнитоптерами просто у вас убрал энергию, вы бы просто не успели убрать юнитов. А тут он запросто справляется с этой задачей. Давайте еще на ком-то посмотрим. Ор или нубы подъехали. Сейчас то же самое сделаем. Дырочки свои поубирали. Вот раз. Видите, да, он стоит там в стане себе. Второй раз. Вот все, третий. Он всех юнитов просто убрал. Без проблем. То есть таким именно Анубисом очень хорошо будет в атаке, если вы бегаете Минотавром, пока это возможно. Он вам пригодится. Теперь давайте покажу вам их на пришествии монстров. Давайте волну Аджай попробуем. Не буду заморачиваться там особо с героями. Вот смотрите, они только подлетели, их уже слили. Вторая волна. Плюс у вас ваши противники не будут успевать добивать здания. Видите, что делается? У меня J4, у меня больше половины зданий живо. Вот J5 волна пошла. Не знаю, ли мы сможем или сможем затащить. Да, смотрите, с первого раза. Без проблем. Вот вам герои с автопроком. Надо будет посидеть, подняться в топе. Так. Ну, то есть, видите, я там последнюю волну практически без проблем прошел. Мне помог вот именно такой вот Анубис. То же самое будет на турнире героев. Против нас Трианты. Вот мы уже, они не успели даже добежать, мы уже половину снесли. Вот так вот.
Это топовые таланты, топовые герои именно для таких локаций будут. Так как им не надо взаимодействовать с противником для того, чтобы набрать энергию. Это очень круто. Так, сейчас, секундочку, я найму юнитов. Так, давайте попробуем. Пустошь хаоса 4. Вот у меня стоят герои с автопроком. Ну и три героя не фул одетые. Сейчас посмотрим, как на пустоши хаоса. Точно так же будет на адском саммите и на угольной армии. Вот ворожай ударил, Анубис ударил. Сейчас опять Анубис ударит. Видите, да? У меня на Вальторе тоже стоит набор, только она стоит набор рунами. Вы видите, да, как у героев. У него быстрый набор энергии, но все равно у него энергия набирается по откату, то есть по 15 единиц. Поэтому рунами не особо этот талант хорош будет, но все же его тоже хватает. Сколько у нас там разрух пришло. Смотрите, как они с ними просто справляются на ура. Теперь можно ускорялку. Это у нас Бигфут побежал против демонов. Ну, тут нам времени, скорее всего, не хватит. Давайте попробуем адский саммит первый. Тут, конечно, у нас опять же убьют полностью здание, выбьют, но вы видите тоже, как Анубис здесь себя хорошо будет проявлять. Если у вас, конечно, там есть варианты, кому поставить там Анубис. Бог войны, Бастион, я бы все-таки не советовал ставить этот талант. В приоритете все-таки будут остальные таланты, которые я показывал вам на Анубисах. Но такой талантик тоже очень хорошо на него заходит. Мне очень нравится. Да и на подземках, думаю, он себя неплохо покажет. Хотя на подземках его и так будут заряжать башни и все остальное. Поэтому это чисто для этих локаций, где я вам сейчас показываю. Этот герой будет хорош. Видите, вражеские герои даже просто не успевают подойти. Мы быстрее все сносим. Ай, ведьма помешала. Ну, вот так вот. Так. Что ему можно ставить? Реально, вот лучше всего ставить, я уже говорил в предыдущем видео про ворожая, лучше талантом, рунами. У меня стоит психощит, можно рунами поставить бог войны, так как Анубис оживает, вариантов очень много. Но лучше, конечно, психощит ставить, он будет срабатывать и не будет там станется, например, либо вражеские какие-то таланты будут блочиться.
По рунам, в принципе, все. Ему больше всего заходит это психощит, бастион, бог войны можно ставить. Будет очень круто смотреться. Артефактами это уже все зависит от локации. Там кубок, топор. По снаряжению. Для Анубиса топовое по снаряжению это огненный доспех. Но у меня стоит выпад, так как он еще дополнительно отражает, плюс дает урон. Мне больше он понравился. Но у меня был Анубис с доспехами. Поменял в свое время, когда проходил все подземки на 3 звезды. С того времени как бы мне и так его хватает с головой. По созвездиям. По созвездиям, естественно, надо ставить уклонение. Это самое топовое для него, что есть. Он будет и долго жить, и будет наносить урон. То есть уклонение это самый топ. Остальное все, честно говоря, ему не очень заходит. Вот, в принципе, все. Такой вот обзорчик. Пишите в комментариях, кого вам следующего запилить на видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, как обычно. Всем по Анубису, даже не одному. Всем пока.